Ступай, пока Юра тебя не забрал. Давай. Так, все лайкаем, подписываемся. Все лайкают, все. Напоминаю, отель Millennium. Отельная сети Millennium. Millennium Place Marina. В районе Марина в Дубае. Вот совсем такой новый, вот совершенно новый отель, который открылся, ну, на сегодняшний день, сколько там, 3 месяца назад, 31 мая. Свеженький, чистенький, естественно, все пахнет, все с иголочки. Классно. О, сори. Так. Вроде номера, вроде не номера. Какая-то митинг-рум. О, сори. Hello. Holiday, I'm gonna work. Работаете в праздник. Да, не будем мешать людям. Итак, еще раз. Welcome, добро дошли, ласково просим. Добро пожаловать. Что-то у вас так темно и жарко. У вас же тут нет, что должно быть. А, ну так. Так, а что со светом? Ага. Так, ну здесь уже... Легкий бардак. Легкий, да. Андрюша уже повалялся. Вы видите, моя постель убрана. Вообще-то это моя постель. Ну не могу же я про себя такое сказать. Значит, тут уже повалялся кто-то. На нашей постели, кто наши спал на нашей постели, кто пил из моей кружки. Так, никто не пил с моей кружки, нет. Так, ну это все причиндалы, чай, кофе, сколько там сортов, по цвету, 2, 3, ну так и так далее. Водичка каждый день, пол-литра тут, да? Да. Так, здесь это все разбросанное, вот такие вот фрукты красивые, овощи. Так, пресса, Financial Times, свежайшая. Так, включаем телевизор, Smart TV. Вот такой вот номер, номер большой, нужно сказать, это самый как бы... бюджетный и простой вариант, но площадь где-то метров с ванной где-то метров 30, я думаю. Просторный, очень большой, высокие потолки, просторный. Мои любимые пуфики. Твои любимые. Очень удобно. Посмотри, сколько подушек. 3 подушки только. А у меня сколько? Каждый день убирают. Угу. А у меня 3. А, и с маленькой синей 4. Тумбочки, валики. Телефон, эти вот, фонари, светильники, кресло, столик. Так, что футуристичные эти вот, сенсорные. Угу. Включай пока телевизор. Заодно и покрутим наш ролик. Так, вью из окна. Сегодня пятница, это у них главный выходной. Все на яхтах вышли на пикничок в залив. Яхты возвращаются. Закат, вечер. Еще совсем пару месяцев назад здесь был шикарный вью, видите, с видом полностью на залив. И вот, пожалуйста, нежданно-негаданно прямо перед глазами лупят еще одну стройку и
через несколько месяцев от вида на залив останутся лишь воспоминания в моем этом ролике. Все закроют и получится не первая, а первая, вторая, третья линия. Третья линия. Так, что мы еще не показали? Вы понимали, в Дубае показывают только исключительно наши каналы. Ага. Это, кстати, обзор ресторанчика. Чем докажешь? Сейчас посмотрим. Что, не видно шумелением, что ли? Да, ну, это ты вставил флешку, записал и где-то там крутишь, да. Так, ладненько, мы покажем. Покажу, что не флешка. Вот сейчас даже покажу, что не флешка. Ага. Ага. Вот. Да, вот, вот. Вот, видите? Все? Все положено, да. Да. Вот, в качестве рекламы собственного канала. Да. Собственного ага. города. Да. Громче сделай, да? Что там скромничать? Пока еще не поздно. Поздно. Так, где он же голову потерялся? Наверное, возле бара. Сейчас проверим. Застынем с незабаром. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, Одесса! Happy birthday to you! Так, кто не в курсе, этот ролик записывался к юбилею 225-летнему юбилею Одессы. Когда-то 2 сентября этого года. 2019. Так что. Ага, так, что мы еще не показали. Так, здесь у нас сумочки. Вот такие вот раздевалки. Автоматически включается свет. Плюс еще и датчик объема или движения. Два вида. Вот так. Смотрим. Темно. По-прежнему темно. Чему бы это? Так, и что это все значит? Опа! Ну, это я подошел. А, это ты. Да. Это ты кнопку тебе показал. Да, да, тебе да. Экономили, да. Тут сейф, шкафчик. Сейф, сушилка. Внутри фен. О, это что такое? Фен. Лейс. Это фирменный знак этого отеля и этой сети отелей. Так, что у нас там? Так, покажи чего? Стоимость глажки, стирки и тому подобное. То есть это не так важно. Так, здесь постирать шорты 20 дирхам. Конница. Так. Гладильная доска и утюг. И сам утюг. Так, теперь что у нас? Очень качественно подогнано, все да. сделано. Огромная ванна. Ну, буквально сколько тут метров? Раз. 2, 3, на 30, больше 10 метров квадратных только ванна. Посмотрите на это зеркало. Посмотрите на эти умывальники. Все чисто, новое, подогнано идеально. Ничего не лифтит. Угу. Все работает. Зеркало как положено. Зеркало лупа. Или как оно? А, это увеличивающее. Да. Так, ну естественно там что там у нас? Халатики, куча полотенец. 2 вида туалетной бумаги. Евро-душек. Душ такой, душ такой. Ага, ну да, номер без, шампуни для без душа. Ванны, но с двумя отдельными кроватями. Шампуни для душа. Покажи, покажи, что стоят, а то скажешь не... Чего? Шампуни для душа. Ну, шампуни, да. Так, телефон можете домой позвонить. Алло, алло. На ресепшн. На ресепшн, домой куда хотите. Так, что у нас? Вот такая вот миниатюрная. Щеток у них нет, сливается все исключительно вот такими штучками, причем везде. Щеток для унитаза нет. Так, что там у нас там еще интересно. Ну что, здесь мыло. Все мыло, свеженькое, да, новенькое. Гель. Так, что у нас? Лосьон для тела. Так, сейчас посмотрим. Ну, гель, санитарный. Да, шампунь есть. Просто
Шампунь есть? Кулечек. А что, что хорошо показывал душ? Кулечек. Фирменный значок. Так, что у нас? Отеля. Тут. Покажи. Так, жил. Здесь у нас спонжики какие-то, как положено, эти, для ушей, палочки для ушей, кусочек ваты. Так, что еще? Сейчас посмотрим, секунду. Ну ладно, ну короче, все, ну, что нужно. Все, что нужно для отдыха и... Для комфортного отдыха. А, это чепчик, все это. Чепчик. Чепчик, хорошее дело. Только... Мы ни разу не попользовались. Да. Так. Что, что еще? Ну вот здесь автоматы всякие. Защита. Ага. Вот. Да. Не влезаю, бьет, влезаю, бьет. Что-то еще не показали. Да. Цепочка. Цепочка. Да. Ну, щеточка для обуви. А, ложечка большая, удобная. Угу. Для обуви. Вот такой вот довольно большой номер. Очень простой. Wi-Fi роутер. Очень просторный, очень солнечный. Кондиционер дует прямо в окно, то есть спать комфортно. Кондиционер мощный от 16. Сплит. Кондиционер сплит идет, да? От 16. Вот, я выключу. До бесконечности. Не, ну там нагрев, конечно, еще идет. Нагрев, охлаждение, либо вентиляция. Вот так, дорогие друзья. Тумбочки. Вот такие красивые оригинальные светильники. С... Часы с подзарядкой USB. Покажи, два порта USB. Угу. Кстати, даже с заземлением. Вот же это вот заземление идет, смотри. Угу. Ну, они как замшевые. Прорезиненные. Ты попробуй, какая мягкая это. Пластик такой, как замшевый. Как прорезиненный. Вот такая вот кровать аж до потолка. Угу. Свет легкий, чтобы глаза не било. Постучи. Ну, постучи, да. Да. Мягенькая. Подушки шикарные, ортопедические, матрас ортопедический. Вот так все, да, застилают. Белье это просто фантастика. Ой, дорогие друзья. Не хочется вставать. Здесь не спишь, а блаженствуешь. Блаженствуешь просто. Так, кто-то там так лопает. Ага, ага. И что? Так, здесь у нас большой холодильник. Сколько же можно жрать? Ну? Небольшой холодильник, там небольшой? Наши напитки перекусить, колбаска там, то все. Угу. Пивко, все, коньячок. Так, ну что тут? Стаканы. Бокальчики, бокалы, стаканы. Футболы, ложечки. Ну, все вот для такие жизни. Бокальчики. Как-то так. Балкончика нет, к сожалению, вот сейчас такая идет перспектива, что не балконы. А, ну балконы. Отель только, открыт только, да, до 10 этажа. До 10 этажа, а они только запускаются, выше. Да. Вот единственное, что есть вот такое вот окошко для вентиляции. Все, это угу. Максимум. Все. Получил. Балкончика нет. Ну, мы, честно скажу, что мы тут только спим, потому что мы все время, как говорится, в поле. Угу. Мы тут только спим. Ну, не мне себя на поле оном. Сорока градуса. Все загорают. Марина. Закат. И просто отдыхают. Как видите. Кому надо для молитвы, стрелка указывает, куда положено. Полный дело. Мусульмане захотят. Угу. Ну что, пожарная, тут разбрызгивайте, Wi-Fi роутер, да. Датчик дыма. Телевизор большой где-то, сколько? 48 где-то. Ну, дыма 50, я думаю. Да. Хороший, с пультом, причем с, даже... Очень с, хорошего качества. Да, вот такой вот пульт. А, Smart TV. Угу. Smart. Пульт, причем с мышкой. Пульт, да. Пульт двусторонний, да. Тут можно... Же... Возможностей у него очень много. Да. Слушай, не узнал, да. Кто ты там у нас? Мои слова, да богу. Вот, мышка еще к тому же есть. Как видите, ага. Курсор мышки, он же в пульте. Вот, можно отключить. Курить просят, не курить. Вы конкретно в этом номере. Ха, штраф за курение 500 дирхам, между прочим. Ага. 150 баксов. Учитывайте. Читайте то, что стоит у вас на столах. Да. А может быть здесь, мы не интересовались, может быть есть номера для курящих, тогда там по-любому этой опции нет. Да. Ага. Такой точечный светильничек. И такой с абажурчиком. Еще одно поздравление. Сегодня
Ну вот так, дорогие друзья. Весь мир должен об этом знать. Так что будут вопросы задавать. Мне нравится. Да. Есть чем сравнить. Очень хорошо, очень неплохо. Новый парни с новьем убирается, все постоянно влажно, ну, по поводу еды мы вам несколько делали роликов из ресторана, так что тоже можете иметь представление. Сразу скажу, что больше упор не на шведский стол, а а-ля карт. То есть вам приносят по заказу горячее, только что с пылу с жару приготовленное шеф-поваром. Все идеально подобно. Хорошо. С мишленовской звездой. Классно. Все, два человека выбирают постоянно. Да, с уборкой. Каждый просто день уборка. Замена полотенец, все остальное, смена белья, это очень все четко выполняется, буквально скрупулезно. Скрупулезно выполняется. Так, вот здесь такие эквивальсы лежат, вон там яхты проплывают. Ну, наверное, с этажа 20-го вид будет еще лучше. Повыше и по... посимпатичней. Ну а пока как-то так. Ты же скажи, что мы делаем ролик по заказу наших любимых зрителей. Да, наши клиенты, подписчики спрашивали, заказывали. Нам заказали обзор номера, мы да. как бы вам показывали. Угу. Нужно сказать, это 9 этаж, 916 номер. Очень аккуратный, очень любящий порядок. Ступай, пока Юра тебя не забрал. Давай. Так, все лайкаем, подписываемся. Все лайкают.